Фортепиано, скрипка, флейта и народные инструменты. В Чебоксарской детской музыкальной школе номер 1 имени Степана Максимова состоялся концерт выпускников. Эти ребята обучались по особой программе, предпрофессиональной. Уследить за беглостью пальцев взглядом едва возможно, при этом никакого напряжения, ведь за игрой они чувствуют себя как рыба в воде. Все 8 лет усердного обучения на любимом инструменте у этих ребят не было и тени сомнения в выборе будущей профессии. Они с детства увлечены музыкой, а взрослые активно развивают их талант. Такие дети проходят конкурсный отбор, и только пройдя вступительные экзамены, они поступают в первый класс. Педагоги таких учеников мотивируют на продолжение своей деятельности. То есть 8 лет они предпрофессионально занимаются на инструментах. И предполагается, что такие дети продолжат свое обучение в других учреждениях Российской Федерации. То есть это либо музыкальные училища, музыкальные колледжи, а в последующем это могут быть институты и консерватория. Елена Николаева пошла по стопам своей бабушки, которая любила играть на фортепиано. Она является лауреатом различных конкурсов и свое будущее связывает только с музыкой. На этом концерте я исполнила 5 произведений: прелюдию Фугбаха, 2 этюда, пьеса Чайковского и соната Гайдна. В прошлом году одна из выпускниц по классу фортепиано у моего преподавателя девушка поступила в Московское училище имени Гнесиных. Я также хочу попробовать свои силы и в этом году попробовать поступить туда. В прошлом году школа отпраздновала свой 100-летний юбилей. Уникальные авторские методики преподавания, энтузиазм и увлеченность любимым делом позволяют педагогам развивать таланты. Для большинства выпускников школы музыка становится профессией. Екатерина Шеверова, Бахтияр Велиев, Республика.